Итак, уважаемые родители, играют дети в игру «Браво Старс» или «Браво Волк». Накапливается у них суперсила у кого-то из игроков, и он просто-напросто прыгает на всю толпу детей. Этот Эль Прима, как его называют, вместе со всей толпой падают на парты, летят стулья в кабинете. Последний раз они упали на парту и раздавили ее.